Здравствуйте, наши дорогие родители. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Ребят, мы сегодня с вами отправимся в очень интересное путешествие. Путешествие в мир звуков. Вы готовы? Катюш, давай ты первая. Бросай кубик. Смотрим, что у тебя на картинке. Так, чашечка. Делаем чашечку. Все вместе давайте берем зеркала и все вместе делаем чашечку. Вот она, наша чашечка, Владик, хорошо вот, молодцы. Качелька, да, попалась? За верхние зубки, за нижние зубки. Вверх, вниз, молодцы, еще раз. Вверх, вниз, хорошо, умнички, кладем. Владик, твой кубик. Расчесочка. Хорошо. Молодцы, ребята. Подбери к букве А артикуляцию. Как ты думаешь, какой ротик из этих подойдет к букве А? Вот, правильно. У-у-у-у. Что с губками с нашими происходит? Вытянулись трубочкой, да? Марьяш, подбери, пожалуйста, какая у нас будет артикуляция к звуку У? Вот она, хорошо, молодцы. О-о-о-о! Вот. И последняя буква какая у нас? И. И. Что делают губки, когда мы произносим звук И? Улыбаются. Язычок мешает выдыхаемому воздуху? Нет. Давай, Катюш, подбери у нас, какая у нас осталась артикуляция. Хорошо, ребята, молодцы. Вы меня будете внимательно слушать и у себя выкладывать, да, тот звук или несколько звуков, которые я произнесла. Понятно задание? И. Хорошо, молодцы, убираем на место. Ау. Угу, только первое А, да? Ау. Хорошо, умнички. И. О. А. Еще раз слушаем. И-о-а. Хорошо, так. И-о-а. Молодцы, ребята. Здорово получилось. Сильный ветер подул и сдул всех жителей этих домиков. Посмотрите, они все пустые. И нам нужно с вами найти всех жителей и вернуть их на свои места. Хорошо, возвращаемся на свои места. Что это такое? Усы. Какой первый звук в слове усы? У. Значит, какой домик будет у усов? Буква У. И мы ее поселили, да? Дальше, давай, Катюш, твою картинку, любую выбирай. Автобус. Какой первый звук в слове автобус? А. А, значит, какой домик будет у автобуса? Буква А, молодец. Овощи. Какой первый звук? О. О, значит, и домик будет буква? О. О, клади. Иголка. Какой первый звук? Значит, какой домик? Хорошо, так, я с вами поиграю. Улей. Какой первый звук в слове улей? У. И сели мы улей вот сюда, да? Индюк. Какой первый звук в слове? Индюк. И. Куда селим? Молодец. В букву. И. Хорошо. Смотрим внимательно на задание, да, на карточку. И делаем свою такую же буковку. Игра называется «Танграм», направлена на развитие логического мышления, пространственного восприятия. Такая головоломка из мелких деталей. Дети по образцу выкладывают различные картинки. Ну все, молодцы! Вам нравится делать такое задание? Да. Хорошо. Почаще занимайтесь своими детьми дома. Используйте самые различные игрушки, на улице считайте машины, автомобили, используйте больше игр, да, на единственное, множественное число. Желаю вашим деткам
красивой, правильной речи и хорошего настроения. Пока!